Всем привет! Итак, нас ждут магнитные камни. Вон один прямо нам, смотрите, в экран врезается. Класс, что он там делает. Ну, что ж, не будем медлить. Идите пока развлекайтесь. Ой, это что, это что? Ничего себе. Ахрмур мастерс... Ахрмур. Ахр-кмур. Господи, хуй, прочитаешь еще. Но я это сделал, да, я прочитал. Так что жду порицания хейтеров в комментариях о том, какой я тупой, не умею читать и так далее, и так далее. Так, ребят, давайте вы займетесь ремонтом пока что. Там Ленья есть, отлично. Отсюда хороший вид. Картина готова. А, вот она. Я думаю, куда пропала она? Надо бы их отправить Ленью добывать, но я боюсь, что там мало ли кто там может быть. Да ладно, это кто так ее? Почему камни не падают? Потому что для них время остановилось. Кирин защитил нас. Иначе эти осколки сделали бы Юкфе. Так, ладно. Нас тут сейчас нагнут. Потому что нас уже начинают расшатывать армию. Лучше загрузиться, чтобы не терять ее. К сожалению, пропустим интересный диалог про то, почему камни не падают, но я думаю, его еще повторят для нас. Так, ну я думаю, сюда сходим. Туда мы пока суваться не будем, там нагибают нас, там очень много этих башен неприятных. Нам лучше пока строиться, развиваться. Отсюда хороший вид. Картина готова. Че это он там делает? В текстурах застрял, что ли, балбес, а? Ну и все. Он оказался каким-то несерьезным соперником. Давайте лучше до Лени дойдем. Посмотрим, что там. Ай-яй-яй-яй-яй. Почему камни не падают с неба? Потому что для них время остановилось. Хирин защитил нас. Иначе эти осколки сделали бы юг Фиары совершенно непригодным для жизни. Так, сейчас мы посмотрим, ожидают ли нас тут какие-нибудь сюрпризы. Да, походу, нет. Надеюсь, что... А, хотя так, отсюда никто не придет, в теории. Так что, я думаю, мы смело можем занять вот этот угол. Начать тут Ленью добывать. О, тут серебро еще. Так, давайте пока сюда идите. Так, 3-6 кустов, да? Сюда вставайте. У нас все еще ни одной фермы не построено. Какой ужас. Так, а где? Вот он. Его наказываем по-быстрому.
Я бы здесь еще одну башню, конечно, поставил. Мне бы так явно спокойнее было. Так, вон у них начинают разведчики уже бегать. Ого, сколько вас тут. Надо вот этот угол зачистить, и считайте, большая часть вот, вот этой стороны будет для нас безопасна. Плавильня, ага, неплохо. Так, сохранимся, мы достаточно уверенно идем. Зачищаем все, что можно и нельзя. Блин, как меня Шая со своим посохом задолбала, а? Так, 3-4. Раз, два, три. 4 вперед. Так. Это мы все улучшаем. Строим еще. Наверное, сюда мы будем собирать наших юнитов. Так, шаман, ветеранов давайте мне пока. Так, сундук. Ясно. Опа. Вот это я вообще вовремя. Так, я на отдельное сохранение сделаю, потому что на прошлом, может быть, нам придется загрузиться и отступать, чтобы успеть спасти все это дело. Так, 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 дела плохи. Это что это было? Нахуй, суки, моя башня. Мне не хочется терять башню. Сколько здесь разница? 23-34. Одна минута разница. Ну давайте попробуем. Одна минута зачастую многое решает. Так, все фермы у меня улучшаются. Улучшено. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, четверых мне еще сюда надо будет отправить. Нам хватит ферм. Не хватает. Ладно, тогда не будем медлить. Дуйте сюда.
Моя сила покидает меня. Одного потеряли, ну ладно, ничего страшного. Не хватает нам камня уже, конечно же. Так, ладно, вернемся к делам насущным. У нас здесь сундук не взят. Ты еще зараза, блин. С посохом. Так, ну вот такой вариант мне больше нравится. Так, ага, эта дорога замыкается в этот проход, но также и здесь есть. О, добытчик магнитов, иди сюда, сука. Так, 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 кристаллища у нас еще нету. Ну, нам неплохо бы старые здания начать улучшать. Если уж совсем по-хорошему. Тут, благо, всего одна башня. Вот не то, что тут. Вот, вот что это? Что это? Алло! А, ну это там уже непосредственно, если наступление будет, то да. Так, вы далеко не ходите, балбесы. Блин, эту забыл улучшить, ладно. Ну вот это тоже что такое. Будет, конечно, странно, если я встану здесь на добычу. Прямо у них под носом. Это было бы вообще просто супер дерзость. Хотя идите-ка сюда пока. Посмотрим, что там. Так, постепенно начинаем набирать улучшения. Ой, блять, куда же вы влезли? Ёб вашу мать, сюда, сюда, быстрее. О, час от часу не легче. Лечимся, лечимся. Ой,
Или не успеем? Успел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, здесь тупик, мы туда не успеем. Да сука. О, они его вылечили, что ли? Ничего себе. Ой-ой-ой-ой, опять все плохо. Так, ладно, ну каким-то чудом все-таки не померли. Даже от этих гадов отобьемся сейчас. Так, ладно, что-то я прям прилично отвлекся так. Происходящего. Это что такое? О, давайте пристройку для варваров, отлично. Так, кто у меня еще не построен? Кто-то у меня освободился, у меня 7 свободных персонажей. Опа! Ёб твою мать! Вот это вообще не вовремя сейчас. Блять, домой, 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 скорее домой! Опять я прокололся на башнях, мне уже не раз писали про это в комментарии. Строй башни, строй оборону. Я нет, нет, нормально и так. Результат налицо. Ну, пиздос полный. У меня есть сохранение-то далеко еще. Вали, подонки. Блин, этих-то тоже надо завалить. Стоящие у меня еще кто-то появились. Что ты делаешь? Почему ты никого не атакуешь? Да.
класс. А эти почему там были все это время? Ну, просто охуительно. Почему бы и нет, конечно. Ладно, сейчас все отремонтируем, что у нас выбор будто бы есть. Так, какие здания я потерял, интересно. О, вот его бы я построил, но... У меня ресурс в кот наплакал. Где мои камни? Моя сила покидает меня. Страшно даже как-то уходить, пока я не укреплен хотя бы хоть как-то. Ну то шаг влево, шаг вправо, и все, и снова полбазы нету. Ну, я думаю, вот этих мы можем прессануть, попробовать. Так, а я ристалище потерял или я его не строил? Скорее всего, я его потерял. Грамотно и тактично их подразобрать. Так, и этот угол мы постепенно себе отжали. Замечательно. Что тут еще скажешь? Нужен ли мне камень для добычи? Да и вот камень-то как раз таки нет. А вот все остальное бы очень пригодилось. Стройте давайте башню лучше. А чё вы его пропускаете-то? Он ходит тут, как ему заблагорассудится. Им конец. Ну чё он крепкий малый? До 12 уровня-то. Его целая орда орков не может свалить. Да, вот он кальций. Чё тут скажешь? Так, следующий у нас тяжелый ход, это пробиться здесь. Это самая середина, но здесь то, что нам нужно в плане ресурсов. Поэтому это будет нелегко.
Опа. Да забить вы на... Ох, жесть какая. Бесконечное количество грифонов этих. От этих подонков, ну, их просто дохерища. Вот им реально вот просто всей этой кучи сделать налет ко мне, и я лягу. Пошли. Занимаем позиции. У кого там скелета этого долбили, что ли? А, все еще его долбить. Я тут, как видите, серьезно занимаюсь вопросами обороны. Ой, бля, я что-то тут все пропустил. Так, ребят, давайте мы отступим немного лучше. Это будет типа правильно. Блин, сделаем отдельное сохранение, а то ситуация накаляется. Блин, ладно, к рабочим я их точно не подпущу. Отбились, неужели? Так, что надо улучшить-то еще? Осадная мастерская нужна. Ага, я ее строить пока не могу, судя по всему. Опа! Это что за самодеятельность такая? Очень осторожно надо штурмовать их. Ну хоть башни эти разломаем. Всяко плюс.
мои камни! Мои силы испаряются! Принесите мне камни! Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ой-ё! Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Двоих сейчас еще сделаю. Да ладно, мы реально их зачистили, вот это да. Фух, жизнь какая. Так, теперь мы тут скорее будем ресурсы охранять, нежели что-то завоевывать. Я очень надеюсь, что на меня никто не нападет. Все, теперь мы будем копить на Титана. Чтобы он там всех нагнул и выебал. Так, вот тут лейни-то более чем достаточно. 3, 6, 7 ее. Но мне не нужна, по сути, ни лейни, ни вот это вот все вот. О! О! Вот это мне нужно. Вот. Да. Серебришко-то мы пособираем. Так, давайте, прежде чем вы уйдете, вы мне вот что сделаете. И вот это место еще нужно взять будет как-то. Сейчас мы построим хотя бы немного ребят. А туда отправимся серебро добывать. Ибо в камне и лени у нас особо пока нет потребности. Блять! Как так вышло? Проскользнули, ублюдки поганые. Вот педрила, а? Как они это сделали? Все свежепостроенные юниты у меня уйдут, соответственно. Теперь сюда. Все, они выебаны. Раз, два, три. Три, четыре, пять, шесть, семь. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще двоих надо. Теперь другой вопрос. Успеем ли мы добежать до одной точки, чтобы ее попинать? Было бы очень... Опа, опа, опа.
А, это эти грифоны позорные. Сучьи грифоны. Да вот хуй бы на них я клал, честное слово, а, на этих грифонов ебучих. Мне главное, чтобы они мне тут эти все мои постройки не расхерачили. И на титана бы накопить еще. Так, все, хорош. Да блин, Скиан, лучше все-таки уничтожить. Сумасшедшее количество грифонов просто, конечно. Не знаю, что нам делать с этим. Где мои камни? Мои силы испаряются. Принесите мне камни. Может, этот голос еще оповещает к тому, что они скоро в атаку пойдут. Может, стоит на это как-то внимание обращать. Блять, тупой, сука, шаман. Дегенерат, блять. Моего персонажа так как прессуют мощно. Давно такого не было прессинга. Сейчас скоро титана построим. Ворочева. Готовят ли они наступление? Ну, ничего хорошего они точно не готовят. Так, все, титан поехал. Отлично. Все, ломаем и валим отсюда как можно быстрее. Нам нужно наши чертоги защищать. Карту позачищать мы еще успеем. Никуда она от нас не денется. А вот титана мы сейчас построим, и точно всем хабна будет. Так, ристалище, алтарь гнева. Топорники нормальные, чуваки, давайте их сюда. Ой, блядский нахуй. Так, ладно. Ты пала смертью храбрых. Сука, 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 сюда! Так, вроде мы спасли положение немного. Опа, 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 опа. Опять начинается все плохо. О, моего персонажа сложили, охереть. Как вы это, блядь, делаете, а? Thank you.
Так, все, сейчас к вам выдвигается подкрепление. Прям хорошее, жирное подкрепление. Ленни мне не надо. Как бы это так, настолько построить. Я бы скорее даже здесь башню бы построил, чем что-то вот из этого. Ну да, это хорошая затея, хоть и крайне рисковая, но я думаю, она, если получится, то будет супер. Так, мне нужны еще шаманы, они хорошо забивают этих уродов. Опять началось в колхозе утро, а? Ай-яй-яй-яй-яй! Сука мразотная, а! Сил моих нету уже больше. И улучшим их по максимуму, чтобы эти уроды все сосали, а то уже задолбали, честное слово. Ладно. Так, чего? Класс. Они у меня готовы. Я их лучше выделю в отдельный стак, чтобы потом не потерять и не забыть случайно. Ночное крыло. Ну и вообще пофиг. На нашу магию. Нам самое важное, чтобы эти паскуды летающие нас не трогали. Где мои камни? Мои силы испаряются. Принесите мне камни! Так, огненные стрелы наносят большой урон, снижает защиту противника. Противник, атакующий башню, получает большой урон. Отлично. Так, что тут? 3, 6, 7. Не знаю, идите, добывайте. Ох, как ресурсы-то сейчас таять начнут. Зато укреплен в нельзя просто. Так, 3-4. Да, давайте одну. Почему бы и нет?
еще пора их, может, избавить от летающих войск. Да ладно, мне, у меня камень, хотите сказать, заканчивается. Вот, вот это новости. Ну, учитывая, конечно, как я яростно начал строить башни, ничего удивительного. Так, давайте пока спрячем наших рабочих куда-нибудь подальше. Дождемся наступления, скорее всего. Ну, они точно через такое количество башен не пройдут, при всем желании. Даже кого-то убили, ничего вы даете. Прям страшно, страшно уходить с насиженного места. Ладно. Рано или поздно это должно было случиться. Не обращают слишком много, а? Титанам тоже следить надо, чтобы мне его там не крякнули. Это игрушка дорогая. Ремонтировать дорого ее будет. Так, надо готовить уже подкрепление нам. Постепенно. Это, конечно, все очень весело, что мы таким стаком здесь нагибаем всех, но тоже надо быть осторожным. Так, точно все башни улучшил. Вот, одну нашел неулучшенную. Фух, все. Так, отступаем, отступаем, отступаем. А теперь наступаем. Не-не-не-не-не-не-не, пока не надо. Сука. Сейчас мы скелета одного накажем тут по пути. Я так понимаю, что он их не производит, и все они у него в количестве один. Yeah.
Принеси мне еще. Два. Сила иссякает. Так, парас у них еще какой-то есть. Ну, понятно, они тут развлекаются своими именами как могут. Я бы сходил на разведку сейчас, потому что мы у них, в принципе, поуничтожали всех рабочих. Один остался только. Настроят они еще этих ночных крыльев толку-то. Хотя... Сейчас скелет пойдет обратно, мы его завалим, чтобы он им больше не помогал. Потом можешь заняться все-таки зачисткой карты. Вот так вот я решение ежесекундно меняю. Вон он идет уже. Вон покоцанный уже скелетик у них. Так, ну что, мы готовимся к наступлению, чтобы нагнуть этих чародеев. Раз, их четверо, пятеро. Так, мое подкрепление. Отлично, один есть. Второй сейчас будет еще. Они сами справились, офигеть, мы даже здоровья не теряем. Еще и уровень, ага. А, ваши войска, хорошо. И я получил новый уровень. Ха-ха-ха. Вот ты откуда взялся? Башню одну не добили, телепорт нашли. О, так здесь еще ресурсы есть. Они их тоже добывают. Ясно. Так, вот тут бы нам помощь героев пригодилась. Большие потери несем, но благо все под контролем. Так, тут тоже нужна помощь героев. То ветеран не справится один.
все. Вы все просрали, друзья. Я уже предвкушаю, как я буду обирать все эти сундуки. А эти все надеются собрать ресурсов. Ой, дают. Начнем отсюда. Фух, хорошая битва была. Ничего не скажешь. Никогда бы не подумал, что мы все-таки за одну серию это осилим. Портал к кратеру. Вот он. Так, сначала ресурсов я все соберу. Все войска в кучу, пожалуйста. Ну, кроме тебя, очевидно, да? У меня для тебя другое задание будет. Отлично. И еще сундуки. Вот еще сундук. Тут где-то башня еще, а вон телепорт не открытый. Полно дел. Товарищи. И тут ресурсы. Давайте башню сломаем для начала. Смотрим, что тут, кроме огромной залежи ресурсов. Ага, тут никак не атаковать с тылу, да? А то я что-то понадеялся на хитрую тактику. Окей. Так, давайте пока вы идите куда-нибудь сюда. Так, ну понятное дело, что у меня ничего не открылось. У вас, ребята. Так, а вот это вот хорошее все дело. Так. Уничтожает всех врагов в зоне поражения, у которых осталось нет в течение... Нет. Посмотрим, что наподбирали. Зачарованная корона Архимага регенерации. Вот название, вот я понимаю. А, это что-то такое же. Устойчивость к черной магии. Исцеление. Угу. Ага. 367, да я не думаю. Мечный. Нафиг он кому нужен. Hmm.
Ничего у него сколько защиты-то. 34 добавляет. Жесть. Нет, ладно. У меня уже аж 8000 монет. Сумасшествие. Ладно, давайте подтянем армию свою куда-нибудь сюда. А Шая не стреляет, да? Не хочет. Стесняется. А, у них еще одна точка осталась. Лол. И они все равно просрали при этом, придурки. И еще одна у них осталась. Ну вы даете. Бестолочи. У меня еще рабочих еще до ядри ни фе не могу настроить. Считайте, 27 рабочих еще могу построить. Лучше дойдите до сюда. У вас шаманов... Нет, 14 шаманов. Эти придурки вперед убегут просто и все, и подохнут все. Идите лучше размеренно как-нибудь. Сундук, отлично. Идите, помогите им, что ли. Проход. Ну-ка, ну-ка. Как он неловко попался. Опа. На один связующий камень мозаики. Ну нет, только не мозаики всякие. Опять головоломки, чтоб вас за ногу. А, ну это простенькое. Тут собери и убей всех по такому принципу, насколько я помню, она работает. Так, 34. Над этим местом витает атмосфера смерти. Из странного каменного строения доносятся шепчущие голоса. Кажется, они торопят, просят, умоляют вас, словно тысячи измученных душ и жаждут свободы. Похоже, когда-то... Пол этого строения покрывала мозаика. Кажется, она разлетелась от сильного удара. Часть ее лежит немного в стороне, других частей не видно. Так, ставить первую секцию. Голоса становятся громче, их шепчут все время. Кажется, вы освободили несколько пленных душ. Нет! Нет, 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 только не это. Сука, камера, мразь такая. Ладно, хоть сохранение есть. Мне каждый раз как-то чудом везет.
Блин, а? И что мне делать? Ну, например, просто, чтобы проверить, багает, не багает. Это, походу, все плохо. Карта называлась Урамгор, нет. Ищем слово мозаика, нет. Нет. А, вот, магнитные камни, мозаика, ну-ка. Нет, здесь камера с ума сходит. Ясно. Пиздос. Ладно, я думаю, нам на этом нужно закончить. У нас серия получилась достаточно содержательная, информативная, там тыры-пыры, в жопе дыры. В общем, мы молодцы. Все остальное мы доделаем потом. Так что всем до встречи и пока. И если кто знает, как полечить этот баг или что-то сделать вообще с этим, потому что хотелось бы собрать мозаику, пишите в комментариях.